На кладбище Бадалык открыли памятник Петру Ивановичу Пимашкову. Его установили на Аллее Славы рядом с могилой красноярского градоначальника. Он изображен в полный рост и в деловом костюме. Напомню, Петр Пимашков 15 лет занимал должность главы города и еще 10 лет был депутатом Госдумы. Он скончался 12 августа 2021 года в Сочи. При нем на улицах нашего города появились экзотические деревья, пальмы, туи и каштаны. Построили Биг Бен и неимоверное количество фонтанов. А также, благодаря инициативе мэра, в Красноярске стали проводить летний карнавал в честь Дня города. Его уникальные способности запускать и реализовывать проекты, которые вылились сегодня в большой и процветающий город, заслуживают особого внимания и уважения. Я рад, что сегодня этот день наступил, когда мы можем открыть его памятник, вспомнить еще раз о нем, вспомнить его дела и в конце концов собраться вместе.